Всем привет, это EFT-группа. Сегодня мы решили провести небольшой тест, эксперимент, а именно сравнить работоспособность Bluetooth и Wi-Fi при подключении контроллера. И для этого мы взяли приемник EFT-M2. Рассмотрим быстроту подключения, посчитаем для этого шаги. Разобьем этот эксперимент на две части. Первое, посмотрим первое подключение, а затем посмотрим второе подключение к этим же устройствам. Начнем с Bluetooth. Выполняем соединение, поиск устройств, выбираем устройство и выполняем сопряжение. Далее посмотрим Wi-Fi. Выполняем соединение, выбираем устройство, вводим пароль. Нажимаем подключить, ждем подключения. Подключено, выходим, нажимаем соединить, нажимаем ОК. Соединение выполнено. Но здесь явная победа Bluetooth. Теперь посмотрим второе подключение. Сейчас мы отключимся от этих устройств, возвращаемся к приемникам. И теперь делаем второе подключение. Начинаем с Bluetooth. Соединить. Выбрали устройство. Итого два шага. Смотрим Wi-Fi. Соединить. Окей. Аналогично два шага, но здесь ничья. Теперь посмотрим дальность работы Wi-Fi и Bluetooth. Начнем потихонечку удаляться. Для этого мы взяли рулетку. Давайте посмотрим, насколько мы уже отошли. Итак, у нас получилось примерно 40 метров. Отойдем дальше. Итак, Bluetooth, к сожалению, покинул нас, перестал работать. Вот. Wi-Fi по-прежнему работает. Расстояние примерно 80 метров, что очень хороший результат. Вот. Но, к сожалению, Bluetooth проигрывает Wi-Fi. Wi-Fi здесь победил. Я думаю, нет смысла идти дальше, потому что Wi-Fi будет работать и дальше. Итак, самый первый тест показал, что первое соединение по Bluetooth происходит быстрее, чем по Wi-Fi. Второе подключение абсолютно одинаковое, то есть ничья у них вышла тогда. И в третьем тесте мы убедились, что Wi-Fi позволяет работать вам намного дальше, чем по Bluetooth. Но и Bluetooth работает очень неплохо. Всем удачи и пока!